конкурентоспособность объектов размещения значительно повышается в связи с пройденной процедурой классифицирования, получением категории. Люди дооснащают номерные фонды, они вкладывают определенные средства, вносят что-то новое в инфраструктуру своих предприятий, этих средств размещения, и тем самым улучшают привлекательность этих объектов. Наиболее популярные категории в Анапе – это без категории, одна, две, три звезды. И за последний год, я хочу сказать, что в январе этого года у нас было в реестре проклассифицированных объектов 98 предприятий, а по состоянию на 20 октября в Анапе проклассифицировано уже 156 предприятий. Хотя классификация ведется с 2013 года активно, но буквально темпы ее усиливаются, требования к тому, что понятно, что закон нужно будет исполнять и 1 июля 2016 года, в следующем году, ни один объект размещения, который принимает гостей, не сможет функционировать без, как раз в соответствии с этим законом, на который я сослалась в самом начале, 108 законом, без присвоенной категории.